В 2023 году на территории города Назарова реализовался федеральный проект развития системы поддержки молодежи национального проекта образования. В целях его исполнения 12 сентября 2023 года муниципальным бюджетным учреждением Бригантина по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Теплоэнергосервис» на капитальный ремонт. А данные работы должны были быть завершены 21 ноября 2023 года. Контракт был заключен на сумму 14 488 тысяч с лишним. Однако в установленный контрактом срок работы не были завершены, в связи с чем 28 декабря 2023 года Межрайонной прокуратурой заказчику внесено представление об отсутствии надлежащего контроля. 25 января 2024 года в отношении подрядчика Межрайонной прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Данное дело об административном правонарушении находится на рассмотрении в суде. Расчеты по данному контракту были завершены заказчиком с подрядчиком в феврале 2024 года. Вместе с тем, проведенной проверкой в марте 2024 года установлено, что заказчиком допущены факты ненадлежащего ведения реестра контрактов в отношении указанного контракта, а именно в единой информационной системе закупки gov.ru отсутствовали в карточке контракта сведения о расчетах по данному контракту, проведение экспертизы при приемке работ, а также отсутствовала информация о том, что подрядчикам были нарушены сроки исполнения данного контракта и ему предъявлена заказчиком неустойка. По данному факту межрайонным прокурором внесено представление директору Бригантина Спичкину, а также было возбуждено дело об административном правонарушении 14 марта 2024 года по части 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого Красноярским управлением Федеральной антимонопольной службы 4 апреля 2024 года он привлечен к административной ответственности.